Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Очень хочется сегодня поздравить всех, кто собрался на этой праздничной линейке с первым учебным днем. Очень хочется, чтобы наступающий 2013-2014 учебный год был ярким, знаменательным, добрым на события для нашего лицея. Очень хочется, чтобы наше учреждение и в дальнейшем оставалось на таком же уровне и было самым престижным в муниципии Белц и в Республике Молдова. Наверное, каждому из вас 1 сентября тяжело приходить в школу. Тяжело почему? Потому что для тех, кто же в ней не учится, они привели сюда своих детей, внуков и жаждет, надеяться, что школа даст им то, что когда-то они получили сами в этой школе. И легко для тех, кто пришел сюда первый раз, который не знает еще ни о чем, который в течение следующих 12 лет будет получать знания, которые в дальнейшем позволят им стать настоящими, сильными, крепкими людьми, способными на поступки. Мы теперь совсем большие. В школу мы пришли, и теперь никто не скажет, что мы с вами малыши. В зеркало я очень долго на себя смотрел. Удивились все, когда же вырасти успел. Почему-то папа с мамой так разволновались, словно вместо меня в школу в первый раз собрались. Папа чистил мне ботинки, стряхивал с меня пылинки. Мама, мой большой портфель собирала целый день. Чудесный, светлый день, школу на Мечениле, говорим, уютный класс, принимай ладушно наш, обещай не лениться, только хорошо учиться. Приходят в школу малыши, они еще так мало знают. Частицу им своей души учитель каждый оставляет. Слава Владимировна, достойная ли смена к нам пришла в лицей? Слава Владимировна кивнула, одобрив вас. Значит, вы действительно достойная смена. Вы пришли в одно из самых престижных учебных заведений и получите образование в теоретическом лицее имени Максима Горького. Сегодня их будущее во многом зависит только от вас, Лариса Георгиевна, и от вас, Татьяна Николаевна. Загадайте желание, как первые педагоги, как первые люди, которые будут помогать им познавать азы науки. Выпустите эти шарики в воздух. Улетая, загадайте желание, и пусть каждое сердце, которое сегодня вам отдали родители, ваши руки, пусть столько пламенно будет гореть на протяжении долгих-долгих лет обучения в теоретическом лицее имени Максима Горького. А вы, уважаемые родители, отдавая сегодня своих детей в надежные руки наших педагогов, загадайте желание, и пусть самое сокровенное желание, которое вы сегодня загадаете, обязательно сбудется. А мы искренне желаем, чтобы ваши дети выросли поистине настоящими патриотами нашей страны. Возносятся вверх. Это детские души, детские сердца. Поздравляю вас с наступлением нового учебного года. Хочется пожелать родителям терпения, а ребятам усердия и трудолюбия. Всем известно, что родитель и ребенок – это тандем. И очень приятно, что этот тандем существует не только в семейном окружении, но и в стенах нашего лицея. В этом году был произведен капитальный ремонт спортивных раздевалок.
И я хочу поблагодарить всех родителей за оказанную материальную помощь на нашем лицее. Мне очень хочется пожелать здоровья и удачи всем, кто начинает этот учебный год в новой должности или в новом лицее. Но этот лицей уже ваш, уважаемые педагоги. Храните традиции, которые мы создавали. Создавайте свои, пусть они будут добрыми и работают только на благо наших учеников и наших родителей. В добрый путь вам! Лицей, а другие приходят. Сегодня два брата семьи Геннадис. Один выпускник лицея, а другой только-только переступил порог лицея. Вова, пройдите по этой площадке, оповестите о начале нового учебного года. А вы, Лариса Георгиевна, и вы, Татьяна Николаевна, выйдите навстречу своим ученикам. Примите этот голосистый колокольчик, который действительно оповестит о начале нового учебного года. В добрый час вам! Спешат лицей с утра, учеников гурьба встречает у порога их учитель. Учитель, ученик, единой судьбой мы связаны с тобой, друг мой. Любить лицей нас суждено тебе и мне. Прошу, с лицеем удивительной стране, где солнце мною встает на небе синее. Плечом к плечу шагает школьная семья, и пусть дорога наша нелегка.